Сегодня мы поговорим о лучшей модели роликовых коньков Seba Игорь. В отличие от Rigs, у них оправданная цена, и вы можете смело ожидать от них комфорт и надежность. Что их отличает от других роликов? Самое важное тут – качество фиксации и одновременно с этим подвижность. Как вы уже поняли, контроль в таких роликах имеет наивысший уровень. Также радует возможность выбора между карбоновым и пластиковым кафом. Основными минусами данной модели являются… Их нет. Звучит странно, но правда, эти ролики продуманы до мельчайших деталей. Единственное, чего им не хватает – качественной сборки или хотя бы сервиса по ремонту. Что ж, перед нами модель 2012 года. За два года они почти ничем не отличаются от новых. Но это если говорить о карбоне. Мне кажется, кожзам на пятке отклеится в любом случае, катаетесь вы каждый день, либо раз в месяц. Не знаю, с чем это связано, возможно, Seba экономит на клее. С баклями у них тоже проблемы. Верхние пяточные бакли держатся всего лишь 3 месяца. Здесь его вообще нет. Ролики за $600, и на них нельзя поставить нормальные верхние бакли, которые не будут ломаться и откручиваться. Не забудьте также купить несколько болтиков для кафа, они часто теряются. Ладно, верхняя бакля и каф. Но когда пяточная бакля вырывается вместе с кожзамом, и тебе приходится обматывать ролик шнурком, чтобы он не развалился, вот это начинает настораживать. Итак, за комфорт эти ролики получают 4 балла. Их очень долго разнашивать, и они со временем начинают портиться. То есть лайнер разваливается, и по городу есть не очень удобно, потому что они очень жесткие, и все усилия от плиточек передаются прямо вам в пятку и в позвоночник. Также раскручиваются рамы и разбалтываются все болтики. А это не очень комфортно, потому что приходится с собой носить инструментальный пак. Язычок также оставляет желать лучшего, потому что он превращается в бумажечку. Он толщиной становится 2 мм, и у него нет никакой твердой основы. Он начнет болтаться во все стороны, и ваша нога держится на шнурках. А шнурки, они ногу режут, если вы затягиваете сильно. Поэтому приходится мириться с кровавыми потеками и с ранами. Комфорт 4 балла. Следующий пункт – скорость. Они хороши для скоростных забегов, потому что контроль очень высокий, и вы можете контролировать ролики и свое тело на самых высоких скоростях. Скорость 8 баллов. Прочность и качество. Они получают 6 баллов в этой категории, потому что прочность у них достаточно высокая. То есть, если вы прыгаете, если вы катаетесь по городу, они могут выжить при очень серьезных падениях, прыжках. Вот, они, в принципе, держатся. Но качество оставляет желать лучшего, потому что каждый год, как мы видим, качество падает, вот, и они начинают ломаться все чаще и чаще. Выскакивают косяки, которые не выскакивали вот, на протяжении всей истории Seba Игорь. Они выскакивают все в новых и новых моделях. И это не радует, но это не важно. В общем, качество не очень хорошее, то есть все замки, все крепления начинают разбалтываться, ломаются. Рамы, отдельное слово о рамах, они ломаются. Вот, они раскручиваются, во-первых. Во-вторых, вот я знаю очень много людей, и у меня сломалось 2 рамы Seba Deluxe, игоревские, вот. И они сломались не от прыжков, а они сломались от слалома, от ванвилов. Вот, они сломались, и, к сожалению, такое тоже было, вот. И при катании по городу от плитки они тоже могут сломаться. То есть ролики, с одной стороны, они как бы крепкие, то есть они собраны хорошо, но с другой стороны, они могут рассыпаться ни почему. Качество 6. За поддержку ролики получают 10 баллов. Они очень хороши, хорошо держат ногу. Снизу очень хорошо фиксируется стопа, и сверху прекрасно работает карбоновый каф. Вот эта конструкция, она работает на 100%. Поэтому поддержка максимальная. Внешний вид они получают 8 от нашей скромной редакции, потому что они черные, вот. Мы любим черный цвет и белые надписи на черном цвете. Прекрасно, нам нравится. Кастомайзинг. Эти ролики могут быть изменены совершенно разными способами. Во-первых, вы можете заказать на сайте абсолютно свою версию, выбрать там разных запчастей, разные цвета. Существует сайт, вот доставка будет длиться некоторое время, но при этом вы получите абсолютно уникальные ролики, скорее всего, если китайцы такого уже не делали. На уже существующих роликах вы можете поменять бакли, кафы, рамы, все, что откручивается и отверчивается, вы можете поменять. Но очень жирный минус – нельзя поменять лайнер. Понятно, это сделано в угоду контроля, но вы не можете поменять лайнер, поэтому только 6 баллов. Кастомайзинг – 6. За слайды ролики получают 10 баллов. За слалом ролики получают 10 баллов. За прыжки ролики получают всего 5 баллов, потому что они не предназначены для прыжков. Вот, очень сильная дача в позвоночник и ваш мозг, поэтому только 5 баллов. Но при этом в них возможно прыгать. 5 баллов. Цена. Эти ролики самые дорогие на свете, поэтому мы ставим 1 балл.
Чем выше цена, тем меньше баллов. 1 балл. Особенность роликов. Эти ролики придется расшнуровывать и зашнуровывать, если у вас достаточно большой размер ноги. Поэтому нужно потратить будет, ну не знаю, 10 минут. То есть каждый день, при каждом надевании снимании вам придется расшнуровывать их полностью и зашнуровывать их полностью. То есть я говорю о верхней части. Если вы хотите, чтобы они держали ногу. Также у этих роликов есть одна особенность. Пятка отклеивается в любом случае. Уже мы знаем модели 10, 11, 12, 13 и 14 года. Пятая уже модель. И каждый год они говорили, что нет, в следующем году этого не будет. И знаете, что мы видим? Оно есть. Пятка отклеится в любом случае. Ничего не изменилось. К чему же мы пришли? Эти ролики прекрасны в многих категориях, но при этом не подходят для других категорий. Для фитнеса слишком дорого и слишком-слишком сильно давит ногу. Общая оценка этих роликов 73 балла по нашей собственной системе оценивания. Она учитывает все параметры, цену, качество, и в итоге мы собираемся прийти к самым лучшим роликам на свете. Вот. Себа Игорь 73 балла. И как дополнение скажу, что я катаюсь на этих роликах уже 6 лет. Вот. Я добился всего благодаря им, вот, и благодаря тренировкам. Эти ролики прекрасно подойдут для спортсменов, которые хотят тренироваться и получать за это медали и бумажки, и, возможно, какие-то призы. Поэтому, если вы хотите так поступать, вот, Себа Игорь хорошо. Но качество падает, к сожалению. Каждый год хуже и хуже. Себа Игорь, до свидания. Аскроллер. Андрей Телегин, Вячеслав Дружинин. Подписываемся.